Здравствуйте. Сейчас вот я собрал, скажем так, вот этот замечательный проигрыватель Technics SL1310 Mark II. Его, к сожалению, чуть-чуть покоцали при пересылке. Но это уже ладно, ничего. Главное, что все рабочее и все хорошо. Вот мы сейчас послушаем пластинку. Парбит недавно сейчас, буквально сейчас писал, с пленки записал вот это вот пластинка этого трубача. И она 73-го года. Начнем с нее. Да, у нас, значит, акустика сейчас играет GVC. Вот такая вот бумажная внизу стоит. Вот внизу, самым серебряный, видите? Это GVC 5321, но это я потом напишу, не помню сейчас, честно говоря. Вот, и у нас будет играть вот сейчас, вот видите, в серединке. Это Kenwood BU 69-го года, транзисторный усилитель. Он фактически первый после ламповых этих конструкций сделан, как прямо сзади, если посмотреть, некоторые путают, думают, что это ламповый. Ну, сейчас послушаем одну композицию, она мне просто нравится как-то с детства. Вспомним молодость, потом еще пластиночку поставим, просто посмотрим. Я ее потом покажу. Хочу сказать, что я просто удивлен, честно говоря, такие конструкции. Вот я, например, продаю усилитель за 26 тысяч рублей в ресивер. У него замечательный фонокорректор на борту. Но это по цене как просто более-менее средний телефон, который сделан в едином производственном цикле, отштампована плата и две половинки потом собрано. Как бы все, конечно, сложно, требует технологии, но трудозатраты-то намного уже меньше. Тут такой звук, и я даже не знаю, как сказать, ну, просто я недоумеваю, честно говоря. Ну, хорошо, это все у нас, так сказать, эмоции. Сейчас послушаем
одну из моих любимых пластинок, люблю ее ставить, у меня их не так много, кстати говоря, потому что хорошие пластинки, они дорогие. Сейчас послушаем Кенни Баррелла, гитариста. Вот пластинка, если не ошибаюсь, 68-го года. На Престиж ее записал. На Престиже, да. Ну, в общем, сейчас как раз посмотрим, как это все звучит. И посмотрим, как все работает. Мы сразу сейчас так включаем на старт и поехали слушать. Все у нас, кстати, в нулях в этом в ресивере стоит.
Сейчас послушаем еще одну пластинку. Пока меняю, хотел сказать, меня очень в последнее время как бы удивляет, любители винила переходят это на винил, это какая-то дань моде, что ли, и потом слушают пластинки, какие-то современные записи, которые сделаны с применением цифровых технологий, добиваются некой детальности, там, короче, все это отчетливости. Ребята, если вы хотите слушать винил, то вы слушаете такие источники звука, которые были записаны еще на мастер-лентах. Ну, тогда вы будете наслаждаться хорошим винилом, звуком винила, аналоговый звук. А если вы добиваетесь от пластинки звука такой же, как просто вот вы добиваетесь такого формата, такой матрицы звучания, как от CD-проигрывателя, так зачем вам этот винил? Слушайте просто хороший CD-проигрыватель и не мучайте ни себя, ни окружающих, и вопросов этих не будет. Мне так, во всяком случае, видится эта проблема. Сегодня тяжелый день, но ладно. Сейчас мы послушаем гитариста, тоже Чарли Бёрд. По-моему, 63-й год, пластинка. Вот Риверсайд, это не такая, скажем, уже дорогое издание. Ну, послушаем просто первые попавшиеся что-то. Потом поставлю на конец пластинки, чтобы вы видели, как проигрыватель будет сниматься с диска. Послушаем последние вещи, посмотрим там, как будет сниматься тонар и возвращаться на стойку. Thank you.
Сейчас я пошуршу конвертами. Сейчас на сказать напоследок. Очень люблю, кстати, вокал я слушаю, особенно всякие многоголосия. Поставлю просто попалась пластинка интересная. Design Records. Moon River. Это песни из фильмов. Сейчас послушаем. И думаю, на этом закончим. Да, шум с улицы идет очень сильный. Приходится закрывать. Oh!
Ну вот, на этом мы закончим наше совместное прослушивание. Спасибо всем, кто разделяет со мной это увлечение. И даже скажу больше, это состояние души. До свидания. До новых встреч.